Понятых пойдешь искать? Где их найду-то? Следы насильственной смерти есть? Предварительному осмотру следов насильственной смерти нет. Вероятно, смерть наступила в результате обморожения. Фиксируй положение тела и место происшествия. Батарейка села. Взяли. Надо было его там оставить. Че, понесем обратно? Поставим, как стояло. А в рапорте ты что напишешь? Ты что семье его скажешь? Я живых, думай, бля. Чувствуете? Че? Воняет. Чем? В смысле, чем? Рыбаком. Не должен вроде. Вик Дмитриевич, я выключу печку. Дмитрич, давайте остановимся, заберем их. Автобус заберет. Так не будет никакого автобуса. Они умрут от холода. А, ну хорошо. Сами же потом поедем забирать. Пожалуйста, а можно печечку потеплее? Не работает печка. Лежи. Есть прикурить? Нет.
сиди тихо. Есть прикури. Сереж, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Очень холодно. Закройте окно, пожалуйста. А что у нас, ментомобиль, что ли? Ментомобиль! Сколько стоит поездочка-то? Да, а сколько? Шот! Правда, сколько стоит? Мы едем, едем, едем. Легкие края, веселый сосед. Что такое невеселый, да? Не спи, замерзнешь. Да русского языка не понимаешь. Иди, сука. Иди. Товарищи мусора, я хочу сделать заявление. Вот эта женщина удерживает меня здесь так насильно. Ты расступался, Камнюк! Не надо! Не надо! Мы больше не будем! Хватай его! Чего? Хватай его, блядь! Печку топить буду! Здрасте.